Дядь Штаб, ответьте, как меня слышно? Да, я слушаю. Кто на связи? Назовите ваш позывной. Майор Геннадий Забудин. Вы можете объяснить, кто вы и где я нахожусь? Очень плохой сигнал. Еще раз назовите свой позывной. Геннадий. Можно просто Гена. Принято. В вашем районе находится наш агент, позывной Арфа-2. Ему нужна помощь. Мы сейчас передадим ему ваши координаты, и он настроится на вашу частоту. Конец связи. Эй, алло. Сначала объясните, что все это значит. Прием, прием. Да ёкарный ты бабай. Арфа-2. Интересно. Прием. На связи Арфа-2. Если слышите меня, назовите свой позывной. Говорит майор ФСБ Геннадий Забудин. Еще раз назовите свой позывной. Геннадий. Еще раз назовите свой позывной. Да ёкарный ты бабай, Гена. Позывной Гена. Отлично, Гена. Меня зовут Валерий Константин. Я из ЦРУ. Я нахожусь в главном святилище этого храма. Здесь есть рычаг, с помощью которого я смогу открыть ворота в следующий зал. Но мы должны нажать на рычаги одновременно. Только тогда ворота откроются. Арфа-2. Что тут происходит, в конце концов? Я все объясню позже. А сейчас подойди к рычагу и нажми на него. Могу я задать вопрос? Я слушаю. Где я нахожусь? Что происходит? Это храм местных аборигенов-людоедов. Здесь они молились своим богам. Хорошая новость. Аборигенов здесь больше нет. Люблю хорошие новости. Но есть и плохая новость. В храме мало мутантов. И они мечтают разорвать нас на части. Спасибо. Вижу, ты умеешь поднять настроение. Сейчас наша жизнь зависит от тебя, Гена. Ты должен добраться до главного святилища. Только так мы сможем открыть ворота и выбраться отсюда. Ты должен найти еще два рычага. Тогда ты сможешь попасть в следующий зал. Раз уж я занимаюсь нашим спасением, может, расскажешь, что ты слышишь? Я и еще несколько агентов ЦРУ разыскиваем моего друга. Ты уверена, что он где-то здесь? Его похитили. Но недавно ему каким-то образом удалось выйти на связь, и он сумел сообщить нам свои координаты. Кто и зачем похитил твоего друга? Именно это я и должна выяснить. Только через несколько минут. И еще более плохие новости. Тебе идут трагины. И их много. Их очень много, Гена. Thank you.
Да их тут мать мущая, этих трайгенов. Готовься, Гена. Они идут к тебе. Thank you.
Так ты объяснишь мне, что за хрень тут творится? Все началось несколько лет назад. Я выполняла секретное задание на одном из архипелагов Микронезии. Там я познакомилась с Джеком. Нашей целью был доктор Кригер. Гений биоинженерии. Это он изобрел сыворотку, превращающую людей и животных мутантов в трайгеров. У Кригера работал наш агент под прикрытием, Гарланд Дойл. Он убедил нас, что для того, чтобы избежать мутации, мы должны внутривенно вколоть антидот в виде сыворотки. Но Дойл обманул нас. Вместо антидота мы вкололи мутаген. Вот это расклад, ёкарный бабай. Кригер перед смертью признался, что у него не было времени изготовить сыворотку. Но все же у Дойла был ее экспериментальный образец. Джеку удалось ликвидировать Дойла и забрать сыворотку. Ему успели вколоть себе антидот до того, как процесс мутации перешел бы в необратимую стадию. Но этой сыворотки было очень мало, и она очень быстро разлагалась. И что было дальше? Мы плыли на яхте, и у нас не было спецоборудования для хранения сыворотки, чтобы уберечь ее от разложения. В итоге образцы уникального медикамента бесследно исчезли. И в итоге получилось, что есть всего два человека... Да, именно так. В итоге есть всего два человека, кто благодаря этой сыворотке сумел избежать мутаций. Это я и Джек. И именно поэтому за нами идет охота. Один из бывших ассистентов доктора Крикера уверен, что эта сыворотка навсегда изменила состав нашей крови и костного мозга, и если он получит одного из нас для своих опытов, он сумеет восстановить формулу этого антидота. Этого человека зовут Дэниел Росс. Он профессор-биолог. Доктор Дэниел Росс? Я знаю его. Я нисколько не удивлена, что он известен российским спецслужбам. Значит, твоя миссия — вытащить твоего друга? Не только. Больше всего я хочу узнать, кто стоит за доктором Россом. Но для этого сначала мы должны спастись сами, а затем вытащить Джека. Я хочу узнать, кто стоит за доктором Россом. Но для этого сначала мы должны спастись сами, а затем вытащить Джека. Я хочу узнать, кто стоит за доктором Россом. Но для этого сначала мы должны спастись сами, а затем вытащить Джека.
собой, я хочу узнать, кто стоит за доктором Россом. Но для этого сначала мы должны спастись сами, а затем вытащить Джека. Я хочу узнать, кто стоит за доктором Россом. Но для этого сначала мы должны спастись сами, а затем вытащить Джека. Я хочу узнать, кто стоит за доктором Россом. Но для этого сначала мы должны спастись сами, а затем вытащить Джека. Я хочу узнать, кто стоит за доктором Россом. Но для этого сначала мы должны спастись сами, а затем вытащить Джека. Я хочу узнать, кто стоит за доктором Россом. Но для этого сначала мы должны спастись сами, а затем вытащить Джека.